Мэр Лондона Борис Джонсон выступил за выход Британии из ЕС. Он заявил, что членство в Европейском Союзе вредит суверенитету Британии, а соглашение, которое заключил премьер-министр Дэвид Кэмерон в Брюсселе, не принесет фундаментальных перемен в отношениях с ЕС. Такая позиция лондонского мэра стала очень серьезным преимуществом для противников членства Британии в ЕС в преддверии референдума, который назначен на 23 июня этого года. Не надо путать прекрасные места в Европе, отпуск в Европе, фантастическую кухню и вообще все, что связано с ЕС и политику. Я бы хотел, чтобы новые взаимоотношения основывались на торговле и сотрудничестве. И без этого элемента супернации. Аналитики уже называют решение мэра ударом лично по премьер-министру Дэвиду Кэмерону. Борис Джонсон считается одним из самых многообещающих политиков-консерваторов и одним из вероятных кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании.